краткий видеообзор на iPhone SE 2020 года в хорошем состоянии, без каких-либо повреждений. Имеются небольшие потертости на корпусе, на работоспособность не влияет. Также проверим работоспособность камеры, состояние аккумулятора, отпечатка. Состояние аккумулятора неизвестно, возможно, менялся аккумулятор, выдает ошибку, как неизвестная деталь. Также отпечаток работает. Также общая память телефона 64 гигабайта. В комплекте идет только телефон. Камера работает. Фронтальная камера работает. Приятной покупки.